Мини трактор Донфэнг 244 с передним ведущим мостом. Состояние резины передней. Состояние резины задней. Электрика работает, генератор уже установлен, ВАЗ, генератор 77, все, свет ближний, дальний, все работает, светит отлично. Ну, видно будет нагара минимум. Трактора наработка небольшая, так как с завода у него моточасы стоят. Сказать ничего не можем. Крылья пластиковые. Шел под кабину. Установлены механический датчик температуры и механический датчик давления масла. Также электрический давление масла стоит. И амперметр. Сиденье уже поставили более удобное. С газели пассажирской. Рулевое все в идеале. Установил рулевые наконечники УАЗ. Подходят один в один. Ну, замок уже стоит. Выведена кнопка на свече накала отдельная. Как она с завода на замке стоит. С УАЗика замок стоит. Фары тоже задние уже поставлены с МТЗ. Все, тормоза, все в идеале. Нигде ничего не течет. Все, трактор, гидравлика, все работает исключительно. Баклуши, все помазано, все крутится, все работает, ничего не заржавевшее, все обслуженное. Вот видим, что от руки все крутится отлично. Вал отбора мощности 730 и 540 оборотов. Передний мост, включение-выключение, рычаг пониженное, повышенное, рычаг переключения передач. Все, тяга останова двигателя. Так что так, масла поменены все, фильтра заменены, топливные все, вот все новое стоит. Так что двигатель залит антифриз, клапана отрегулированы. Все как бы отлично по этой стороне, по резине перед, зад. Все как бы по трактору. Вот краска, конечно, да, чуть-чуть выгоревшая, ничего тут не скажешь. Запускается, все штатно стоит, пока педаль сцепления не выжмешь, не заводится. Все запускаем. Холодный.